Если деятели февраля были еще, так сказать, пузырями земли российской, то инициаторы большевистского переворота уже с Россией не имели и не хотели иметь никаких отношений. Для них наше Отечество было чуждым. Они использовали только как поле для проведения социальных экспериментов. Были ли это эксперименты анархистские, марксистские, коммунистические или социалистические, это не имело ровно никакого значения. Подобные опыты всегда приводят к разрушению основ народной жизни, а вместо них является неорабовладельческий строй. Брестский мир реально показал, что большевики не испытывают никаких теплых сыновних чувств перед этой страной. Они первыми стали ее называть этой. Поэтому для них расчленить ее на части, пожертвовать целостностью было самым реальным делом ради сохранения своего кровавого эксперимента. Удержат ли большевики власть? Это вопрос не только марта 1918 года. Это был самый существенный для этих ландскнехтов вопрос. Власть, как мы знаем, они удержат, но дорогой ценой, ценой уничтожения и разложения народа, веры его, духовных и нравственных основ. Брестский мир, которым большевики позорно и бесславно закончат участие России в Первой мировой, позволит им развязать полномасштабную гражданскую войну. На бывшем Восточном фронте германские войска в начале марта продолжали беспрепятственно продвигаться в глубину России. 1 марта немцы уже были в Киеве и Нарве. Перепуганный Ленин категорически потребовал от нового главы комиссариата иностранных дел Георгия Чичерина немедленно заключить похабный мир на любых условиях. В эти же мартовские дни наиболее боеспособные германские дивизии скрытно перебрасывались на Западный фронт для участия в запланированном генералом Людендорфом наступлении. Людендорф был убежден, что предложенный им план операции обещает успех, на который мы рассчитываем. «Мы сможем», – убеждал скептиков генерал, – «выйти на позиции, которые позволят нам диктовать западным державам такие условия заключения мира, которые нужны нам для безопасности наших границ, удовлетворения наших экономических интересов и позиции мира после войны». Эрих Людендорф умел убеждать. Это был человек-вулкан, в котором постоянно бушевал огонь, и в свете этого огня никто в Германии не стал возражать против очередной попытки одним ударом решить все немецкие проблемы на Западе. Интересно, что главного оппонента Людендорфа в предстоящем сражении, британского главнокомандующего фельдмаршала Дугласа Хейга, волновала совсем другая проблема. В дневнике Хейга 2 марта появилась такая запись. «Главные опасения связаны с тем, что германцы сочтут британскую оборону столь сильной, что начнут колебаться, опасаясь больших потерь». Хейг беспокоился напрасно. И зря преувеличивал плотность и крепость обороны английских войск. Гинденбург и Людендорф предполагали нанести удар тремя армиями – 17-й, 2-й и 18-й, усиленными мощной артиллерией, огнеметами и гранатометами. Для германцев предстоящее сражение было самым важным за все годы Великой войны. В середине марта войска кайзера ожидали только подходящей погоды. Интересно, что немцы начисто отказались от участия в генеральном сражении кавалерии. Кавалеристы переводились в Россию и составляли основу оккупационных войск. В августе 1914 года на Юго-Западном фронте у Ярославица
10-я кавалерийская дивизия графа Келлера на голову разгромила, разбила 4-ю австро-венгерскую кавалерийскую дивизию. Сокрушительное поражение было нанесено знаменитым австрийским белым драгуном. Федору Артуровичу Келлеру в самый напряженный момент этого боя пришлось даже отправить в наступление свой штаб и эскорт. И вот этот кавалерийский бой, это сражение, как оказалось, стало самым масштабным кавалерийским сражением периода Великой войны. Русские потеряли в нем 5 офицеров и 110 нижних чинов, преимущественно легко ранеными. Австрийцы потеряли 350 человек убитыми и тяжело ранеными, 400 человек пленными, а также они утратили 8 артиллерийских орудий. Можно было бы назвать еще несколько сражений, в которых главную роль играли кавалерийские части. Но, в принципе, и без этого становится очевидным, что кавалерия в период Великой войны не играла решающей роли на полях сражений. Дело в том, что она стала очень уязвимой с распространением автоматического оружия, я имею в виду в первую очередь пулеметы, а также с повышением скорострельности и поражающих факторов полевой артиллерии. Кроме того, нужно сказать, что в условиях позиционной войны, а мы уже говорили о том, что Первая мировая была преимущественно войной позиционной, возможности применения, боевого применения кавалерии оказались весьма ограничены. Но было бы, наверное, ошибкой, было бы серьезным заблуждением считать и делать вывод о том, что кавалерия в 20 веке исчерпала свой ресурс, исчерпала свой потенциал. Это не совсем так, поскольку во время, скажем, прорыва фронта глубокие рейды кавалерии в тыл противника продолжали оставаться весьма эффективным оружием, особенно в условиях, когда бронетанковая техника была еще весьма и весьма несовершенной. Бывший командующий Румынским фронтом генерал Дмитрий Щербачев после прихода к власти большевиков издал приказ о формировании корпуса, который должен был двинуться на Дон для поддержки белого движения. Но затем из-за беспорядков на Украине под давлением румын и немцев Щербачев отменил свой приказ. И только полковник Михаил Дроздовский не подчинился отмене приказа. Михаил Гордеевич сформировал отряд добровольцев и с боями прошел дорогами при Причерноморье. 18 марта дроздовцы вышли в поход из города Дубосары. 4 мая отряд Дроздовского освободил от красных Новочеркасск и дал возможность добровольческой армии генералов Алексеева и Деникина вернуться на Дон. В дальнейшем генерал Михаил Гордеевич Дроздовский командовал дивизией и корпусом, стал одним из самых уважаемых и любимых белых воинов. Убежденный монархист генерал Дроздовский умер после ранения в госпитале Ростова-на-Дону 14 января 1919 года. Февральский перерыв в переговорах Германии и Советской России привел к молниеносному продвижению немецких войск на восток. «Это самая комичная война», – заметил генерал Макс Гофман. «Мы помещаем пехотинцев с пулеметами и одним орудием на поезд и высаживаем их на следующей станции. Они захватывают ее, берут в плен большевиков, собирают некоторое количество войск и так далее». 3 марта советская делегация в Бресте согласилась со всеми германскими условиями похабного и кабального мира. Совнарком обязывался примириться с потерей Прибалтики и Белоруссии, уступить Турции города Карс, Батум и Эрдоган, вывести советские войска из Финляндии, а также признать независимость Украины, которая оккупировалась австро-германскими войсками. Кроме того, большевики должны были завершить демобилизацию армии, и им запрещалось вести революционную пропаганду и агитацию как на оккупированных территориях противником, так и в странах германского блока. От России отторгалась территория с населением в 55 миллионов человек. Советская Россия была должна выплатить к
контрибуцию в разных формах общим размером 6 миллиардов марок золотом. Всего до октября 1918 года большевики выплатили Германии 650 миллионов золотых рублей, которые по условиям Версальского мира 1919 года достались Французской республике. Кроме того, большевики должны были возвратить в русские порты все суда и корабли, разоружить свои военные суда, снять минные заграждения на Черном море и на Балтике. 23 февраля состоялось судьбоносное заседание ЦК большевистской партии. В руководстве партии сохранялись две главные группировки. Это сторонники сохранения социалистической революции любой ценой во главе с Лениным и сторонники революционной войны во главе с Бухариным. Колебалась группа Троцкого, которая была умом с Лениным, а душой с Бухариным. Исчерпав все аргументы, Ленин вновь прибег к ультиматуму. Он прозрачно намекнул на возможность создания второй большевистской партии и пригрозил выйти и из ЦК, и из Совнаркома. Демарш произвел на Троцкого очень сильное впечатление, и троцкисты примкнули к ленинской группировке. В итоге за мир голосовали 7 членов ЦК, против 4, и еще 4 человека воздержались. Ленин опять заставил большинство членов ЦК принять свою точку зрения. Через 25 лет на совещании в своей ставке в Берхофе Адольф Гитлер скажет: «Нашему генеральному штабу за всю его историю удалось только одна операция. Операция по доставке Ленина в Россию». Германские войска не были остановлены в движении на восток. Немцы продолжали прибирать к рукам российские земли. Довольно скоро они оккупировали Крым и Донбасс, появились на Дону, двинулись в сторону нефтяных источников Баку. Одной из главных задач Германии после Брестского мира стала охота за кораблями российского флота. Было ли в Бресте заключено секретное соглашение о передаче флота Германии? Документального подтверждения эта версия не имеет. Но русский флот, особенно линкоры и крейсеры, могли существенным образом укрепить позиции Германии на морях. Во всяком случае, и на Балтике, и на Черном море немцы попытались захватить корабли, и кое-какие приобретения им сделать удалось. Брестский мир, заключенный перепуганными большевиками ради сохранения своей власти, оправдывался последующими событиями, так сказать, апостериори, после событий, после кровавых красных вспышек в Баварии, в Тюрингии и в Берлине. А давайте представим себе, что так называемая революция в Германии задержалась бы года на два, и на это же время задержался и крах Германии в Великой войне. Что тогда было бы с нашим Отечеством? Германия за это время сумела бы на захваченных и аннексированных ею землях вырастить такой пышный, ядовитый сепаратизм, что Россия распалась бы на множество мелких республик. А известный американский политолог Збигнев Бжезинский с его постоянным ключевым вопросом «Какая Россия нужна Америке?» был удовлетворен бы уже в колыбели и, пожалуй, мог бы остаться безработным. Брестский мир на самом деле был геополитической, политологической и экономической моделью уничтожения России как великой державы. В Мурманске 4 марта 1918 года высадились 170 британских морских пехотинцев. Советские историки выдумали легенды о походах Антанты, будто бы против молодой Советской Республики. На самом деле англичане высадились для охраны оружия и снаряжения, которым был буквально забит Мурманский порт. И существовала опасность захвата этого оружия германцами или белофинами. Англичане высадились в Мурманске, согласовав свои действия с Львом Троцким, который приказал местному совету принять любую помощь союзников. Так что морских пехотинцев могло быть и не 170, а несколько тысяч. Для понимания политики большевиков уместно будет вспомнить коварный и умышленно забытый договор, который был подписан 10 марта между Российской и Финляндской социалистическими республиками. Под договором стояли подписи Ленина, Троцкого, Сталина и эсера Прошьяна.
Несмотря на дарованную в декабре 1917 года независимость Финляндии, большевики не могли отказаться от пролетаризации соседних земель. Никакой социалистической Финляндии в марте 1918 года не существовало, но ленинцы нашли нескольких ренегатов и заставили их подписать договор, который уже в ближайшем будущем потребовалось надежно и надолго забыть. В Тобольске, где в дни позора Брестского мира находилась в заключении царская семья, известия о нем вызвали тяжкие страдания государя. Как вспоминал Пьер Жильяр, учитель царских детей, этим известием о договоре государь был подавлен как тяжким горем. Он говорил так, и они еще посмели говорить об измене Ее Величества. Кто же на самом деле изменники? Капитан Миронов и Савельич из «Капитанской дочки», Максим Максимович из «Героя нашего времени», капитан Тушин из «Войны и мира», лесковские служители православия. Каждый из них был прообразом или частью его государя нашего Николая Александровича Страстотерпца. Эта принадлежность государя к коренному русскому народному типу не была понята его современниками и, пожалуй, не оценена по достоинству до сих пор. А это главное в государе Николае II. В годы Великой войны император фактически привел Россию к победе. В феврале 1917 года русская императорская армия стояла в нескольких шагах от победы и могла планировать широкомасштабные наступательные операции. Возглавив Верховное командование в начале осени 1915 года, император сумел создать штаб, способный успешно вести войну. Российское общество начала 20 века было не способно оценить самоотверженную любовь к родине императора и его семьи, их высочайший нравственный уровень. В марте 1917 года русский царь был фактически нагло спровоцирован и подло обманут политиканами. Ради России, народа и армии император был готов многое претерпеть. «Господь не по силам, креста не дает». Эти слова Николай Александрович часто вспоминал в последние трагические месяцы своей земной жизни. В русской императорской армии плен не считался преступлением. К пленным относились как к страдальцам. Им сохранялись чины, награды, денежное довольствие. Срок пребывания в плену засчитывался в стаж службы. При участии государя-императора Николая II и русских дипломатов в 1907 году была разработана знаменитая Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, которая устанавливала четкие обязательства воюющих сторон по отношению к пленным солдатам и офицерам противника. В 1914-1917 годах в страны германского блока попало в плен 2 миллиона 417 тысяч чинов русской императорской армии. Причем самое большое количество русских пленных, по расчетам генерала Головина, противник захватил в короткий промежуток времени с мая по сентябрь 1915 года. Тогда в плен попало почти 800 тысяч человек. Это было во время великого отступления русской армии, которая испытывала острый дефицит в боеприпасах. Подчеркнем, что по данным немецкого Рейхсархива в середине 30-х годов только из германского плена пытались бежать 442 русских офицера и почти 260 тысяч нижних чинов, из которых более 60 тысяч так и не удалось поймать. Из 2 миллионов 417 тысяч русских военнопленных в годы Великой войны умерли в плену у противника не более 5%. После Октябрьского переворота 1917 года большевики категорически отказались признавать Гаагскую конвенцию. Гаагское постановление создает шкурническую психологию солдат, так заявил Ульянов. В итоге около 60 тысяч красноармейцев, попавших в плен к полякам во время Советско-Польской войны,
войны 1920 года, умерли в польских лагерях, брошенные ленинским совнаркомом на произвол судьбы. В годы Второй мировой войны из 5 800 000 советских военнопленных умерло более 60%. 5% и 60% смертности наших военнопленных. Вот такие страшные цифры, свидетельствующие о том, что в годы Первой и Второй мировой войн на российском геополитическом пространстве воевали не просто разные государства, а разные цивилизации, совершенно по-разному относившиеся к судьбам своих соотечественников, к судьбам своих защитников. 15 марта исполнился год, который Россия прожила без государя. Царь в Тобольске записал в дневнике: «Вспоминаются эти дни в прошлом году в Пскове и в поезде. Сколько еще времени будет наша несчастная родина терзаема и раздираема внешними и внутренними врагами? Кажется иногда, что дольше терпеть нет сил, даже не знаешь, на что надеяться, чего желать. А все-таки никто как Бог. Да будет воля его святая». Итог этого года без царя оказался не просто неутешительным. Итог был абсолютно катастрофическим. Государь был удерживающим, спасающим, посредником между землей и небом. Вместе с его уходом многие перестали слышать Бога. И Гортынак пришел разврат, кровопролитие. Низменные начала взяли верх над человеками. Государственной власти фактически не стало. Была уничтожена стройная судебная система, разрушилось промышленное производство. Крепкий российский рубль упал и, как мировая валюта, перестал существовать, чтобы уже никогда не подняться. Не стало русской армии и флота. Всего за один год без государя Россия испытала разгром на всех фронтах и катастрофы во всех сферах деятельности. Никогда я не думал, что государь так нужен для меня. Но вот его нет, и для меня как нет России, размышлял писатель Василий Розанов. Совершенно нет, и для меня в мечте не нужно всей моей литературной деятельности. Просто я не хочу, чтобы она была. Я не хочу ее для республики, а для царя, царицы, царевича, царевен. Никогда я не думал, чтобы без царя был нужен и народ. Но вот для меня вполне не нужен и народ. Без царя я не могу жить. Посему я думаю, что царь непременно вернется, что без царя не выживет Россия, задохнется. И даже не нужно, чтобы она была без царя. И это моя мысль, да будет она истинной и священной. 19, а потом и 22 марта 1918 года большевики и левые эсеры провозгласили в Крыму Социалистическую Советскую Республику Тавриду в составе РСФСР. Татары и белые русские большевиков не признали и готовили антибольшевистские мятежи. 29 марта 1918 года Германия заключила соглашение с Австро-Венгрией, в соответствии с которым Крымский полуостров включался в сферу германских интересов. Свои планы в отношении Крыма имела и Турция, однако она не имела сил для их реализации и продолжала действовать через Меджлис крымско-татарского народа, надеясь спасти Крым от немцев и сохранить его для себя под флагом татарской независимости. Украинские сепаратисты из Центральной Рады в Киеве хотели бы, конечно, оставить Крым себе, а готовивший их свержение бывший блестящий гвардейский офицер и будущий ясновельможный пан гетман Павел Петрович Скоропадский, блестящий гвардейский офицер, втайне мечтал повергнуть Крымский полуостров к стопам освобожденного государя всероссийского Алексея Николаевича Романова, ну, вместе со всей Малороссией, конечно. Однако реальная сила была только на стороне немцев. 18 и 19 апреля немцы вторглись на полуостров. Продвижение немцев за Перекоп вызвало антибольшевистское восстание в Крыму и новый всплеск насилия. 24 апреля повстанцы расстреляли в Алуште большую часть комиссаров из руководства эфемерной Социалистической Республики Таврида. В ответ Красный Севастополь выслал карательные отряды. Все последние 10 суток советской власти красногвардейцы безжалостно грабили курорты на южном берегу Крыма, уничтожая крымских татар и белых русских, занимаясь экспроприациями в невиданных масштабах.
Позднее Деникинская комиссия оценила ущерб, нанесенный в апреле 2018 года обывателям в Крыму, на южном берегу Крыма, вернее, 8 миллионов рублей. 11 марта советское правительство в большой тайне от российских граждан переехало из Петрограда в Москву. Не было ни торжественных проводов, ни пышных встреч в Москве. В Смольном ленинцы чувствовали себя беззащитными перед германскими войсками, стоявшими в Нарве и Пскове, перед царским генералом Маннергеймом, покончившим с гражданской войной в Финляндии, или перед мощным английским флотом, который однажды привиделся Ленину даже во сне. Толстые стены московского Кремля были для большевиков гораздо надежнее открытого ветрам Смольного. Охраняли советское правительство полк латышских стрелков и китайский интернациональный батальон. Других надежных войск у большевиков пока не было. Они создадут их с помощью лжи, террора и растления. И носителями какого сознания, заметил политолог Александр Панарин, были все эти революционные матросы и солдаты, побежавшие с фронта, чтобы повоевать у себя дома с теми, кто заведомо менее опасен, чем внешний противник. Ясно, что военное дезертирство есть выражение худших свойств человеческой природы. А если они принимают массовые масштабы, мы вправе говорить о разложении общества, о тлетворном духе, подточившем все устои. Революционное дезертирство – это страх, конвертированный в классовую ненависть и жестокость. Двенадцатого марта турецкие войска оккупировали город Баку и устроили в нем резню среди населения, которая вызвала возмущение даже у союзников Турции. 15 марта премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж направил главнокомандующему английской армии на Западном фронте фельдмаршалу Хейгу письмо, в котором настоятельно рекомендовал воздержаться от наступательных операций, чреватых большими потерями ввиду исчерпания людских ресурсов Соединенного Королевства. Генерал Джон Першинг, командующий американскими войсками в Европе, потребовал от союзников выделения отдельного участка Западного фронта и отказался направить американские дивизии в качестве подкреплений для армий Англии и Франции. Эрнст Удет, германский ас из эскадрильи Рихтгоффена, в марте 1918 года добился 8 воздушных побед. 18 марта объединенная англо-французская эскадра предприняла попытку прорыва через пролив Дарданеллы в Черное море. Союзников постигла неудача. 3 флагманских корабля были потоплены огнем турецких береговых батарей. 23 марта провозглашена независимость Литвы. 26 марта французский генерал Фердинанд Фош назначен главнокомандующим войсками союзников на Западном фронте. Германские войска продолжали продвигаться на восток. 29 марта немцы вошли в Полтаву, Харьков и Николаев. Через 10 лет, 4 декабря 1927 года, выступая в Бреславу, генерал Эрих Людендорф заявит. Это очень принципиальное заявление, поэтому я цитирую его слово в слово. «Теперь мне стало ясно, что германский солдат в конечном счете оказался слепым орудием своего рода ланцкнехтом, скрытых за кулисами темных сил. Мы не можем теперь не признать, что германским мечом был расчищен путь этим силам, закабалившим Россию. Это могло случиться только благодаря тому, что большинству из нас тогда еще были неведомы эти скрытые пружины, толкавшие нас». Это говорил германский генерал, который, кроме военных планов, более других занимался контрпропагандой против императорской России. Это Людендорф организовал самую успешную операцию германского генерального штаба по транспортировке Ленина и его подручных в Россию. Конечно, Людендорф осознал это уже после матросских бунтов в Киле и Вильгельмсхафене, после крушения династии Гогенцоллернов, после попыток красных революций в Баварии и Тюрингии. Это была, как говорят французы, сообразительность на лестнице, но и она делает честь германскому генералу. Перед началом решающего немецкого наступления на Западном фронте германские стратеги с глубоким удовлетворением отмечали, что никогда еще Германия в течение всей войны
не имела столь выгодного соотношения сил в свою пользу. Замысел предстоящей операции состоял в том, чтобы мощным ударом в стык между английским и французским секторами после прорыва обороны обрушиться на британскую армию с фланга и фронта, прижать ее к морю и уничтожить. Германцы учитывали, что англичане за предыдущие 2,5 года Первой мировой войны проводили в основном наступательные операции и психологически вряд ли будут готовы к упорной обороне, к отражению атак штурмовых немецких батальонов, которые были сформированы из добровольцев для проведения проникающих действий в глубине обороны неприятеля. Самое важное сражение для Германии получило кодовое наименование «Операция Михаэль». Историки назвали его «Битвой Кайзера». Французский город Камбре вошел в историю Первой мировой войны несколькими важными эпизодами. Это здесь, в районе Камбре, произошла, пожалуй, первая массированная танковая атака, когда 470 английских танков устремились на германские позиции. А в начале года 1918 образовался выступ в районе Камбре, выступ, на котором оборонялась британская армия. И германское верховное командование решило срезать этот выступ и выйти к городу Амьен. Германское наступление началось в 4 часа 40 минут 21 марта 1918 года. Оно началось с массированной артиллерийской подготовки в полной темноте по заранее пристреленным объектам. Этот огневой шквал принес англичанам большие потери. 9 часов 40 минут густые цепи германской пехоты пошли в атаку. Немцы использовали в районе Камбре 3 армии. 17-я и 2-я сумели углубиться в позиции союзников всего лишь на 2-3 километра. А 18-я армия имела больше успеха. Она продвинулась на 5-6 километров. 5-я британская армия подверглась наиболее сильному немецкому удару. Ее позиции на стыке с 3-й армией были прорваны. Англичане оставили неприятелю множество орудий. В панике отступили многие батальоны британцев. К вечеру 21 марта стало ясно, что британские армии потерпели самое большое поражение за всю Великую войну. Было убито более 7 тысяч англичан, 21 тысяча попала в плен. Среди них было много офицеров, что говорило о недостаточно хорошей организации обороны. Поражение 5-й армии оказало немалое влияние на остальные 4 британские армии. В течение следующих дней англичане вплоть до 26 марта отступали к Ла-Маншу, и возникла опасность разрыва между армиями союзников. Французский главнокомандующий генерал Петен вовремя не оценил угрожавшей союзникам опасности, поэтому фельдмаршалу Хейгу пришлось пожаловаться на французского коллегу в Лондон. Французское командование вынуждено было отдать свои резервы в английский сектор и удержать позиции вокруг города Амьена. Это спасло английскую армию от катастрофы, и в конце марта стало ясно, что германцы добились крупной тактической победы, но стратегической цели не достигли. Неугомонный генерал Людендорф, для которого это наступление было игрой ва-банк, решил поискать дополнительные шансы, изменив направление главного удара. 23 марта немецкая артиллерия возобновила обстрел Парижа. После успешного для них наступления немцы подвезли орудия крупного калибра под названием «Колоссаль» с дальностью стрельбы до 128 километров. Всего по французской столице из «Колоссалей» было выпущено 303 снаряда. Обстрел продолжался до 9 августа 18 года. Русский воздушный ас Павел Аргеев Великую войну начал в чине лейтенанта французской армии. В первом сражении на Марне Аргеев был ранен из-за мужества, произведен в капитан. Следующее ранение оказалось тяжелым. После него Аргеев был признан негодным для пехоты, и он стал курсантом французской авиашколы. После ее окончания вернулся в Россию. В воздушных боях на Восточном фронте Аргеев добился 6 побед. После Октябрьского переворота Аргеев вернулся во Францию, где довел свой боевой счет до 15 сбитых самолетов противника. После окончания войны Павел Владимирович Аргеев работал на почтовых самолетах. 30 октября 1922 года в густом тумане во время рейса из Праги в Варшаву русский ас погиб, врезавшись в горную вершину. Какой нравственный урон нанесли ленинцы нашему народу.
В 1917 году они внесли в народное сознание вирус пораженчества, военного дезертирства. В результате этой большевистской болезни на авансцену истории в качестве вдохновляющих примеров выступили трусы, предатели и мародеры. Именно они были для советской власти самыми близкими в классовом смысле. Именно предатели и мародеры разнесли по России мысль о том, что тяжелую войну с внешним врагом необходимо заменить на войну с врагом внутренним, с чуждыми классами. Убивать своих оказалось гораздо легче. Но замаранность в крови близких, грабежи, разгром веры и народных идеалов, насаждение всеобщего доносительства в конце концов обернулись полным растлением народа, полным растлением общества. В итоге всесильное государство не смогло продержаться и трех четвертей века, развалившись от внутренней гнили и лжи. «Мною был поднят вопрос», – писал в дневнике 2 марта 1918 года Владимир Иванович Вернадский, – «о необходимости церковной организации для защиты церкви и для подъема национального духа. Чем больше я думал эти дни, тем для меня все яснее и яснее становится значение этого движения. Здесь находится возможность внеклассового общения на почве подъема глубочайших человеческих переживаний. Вместо духа социальной мести, розни, стремления к грабежу, насилию, наживе, которая практически вытекла и вытекает из социалистических, в частности большевистских внушений массе, поднимается чувство общности, мысль об общечеловеческих основах жизни, духовное единство и любовь. Вместе с тем основа вековая, общенациональная. Религиозный подъем есть один из величайших элементов очищения. Ах, Владимир Иванович, гений вы наш! Раньше надо было об этом думать, хотя бы после 1905 бандитского года. Но и сегодня, в начале 21 века, это, конечно, главная истина. Только церковная Россия может стать Россией великой. Снаряд был такого размера и мощи, что все живое взлетало в небо и падало на землю мертвым. В годовщину отречения государя 15 марта 1918 года академик Вернадский записал в своем дневнике: «Как это ни странно, я Достоевского совсем мало знаю и читал далеко не все. В России не прочли вовремя Гончарова, Лескова, Достоевского. Не прочли, не осмыслили сборник предупреждений «Вехи». Поистине история России – это трагедия непрочитанных книг».